Куда, молодой человек? Ты нас пригласил туда. Купила, для нас. Пойдем. От кого? От меня. Вот тут. Молодец. Тяжелая. Ну, почти 15 килограмм. Ну, мы там разлились на этом, наверное. Ты как бы не торопился приобретать. У меня же есть вот все тома, а там же и проповедь. Тут сколько нового, даже не знаю. Там, ну, там фотографии одни, 700 с лишним. Нам читать, не перечитать. Ну да, ты не один. Давайте, держи. Да не надо, я это, разуемся. Давай, вот сюда, побольше. Че, я, брат, давай, зайду? Заходи. Заходите. Ого, чемоданчик. Я почему на тачке принес? Так, давай. Что делать? Боже милостивый, не грешен. Однажды, Господи, помилуй меня. Не считай следующего, Господи, прости, но грешен помилуй. Так, иди сюда. Мир дома сему. Проходи. Вот это вот туда. Диван тогда освободи, раз негде. Посмотри, с чем мы пришли. Ну-ка давай, вытягивай. Да. Так, держи вот один. Держи, с края туда ложи. Фу-ху-ху. Так, два. Ну да. Три. Сестра, можно штуки собирать? Четыре. Отсвечивай. Пять. Шесть. Семь. Семь томов по 1300 страниц. 700 с лишним страниц фотографий. Но только что поступило. Там увидите, там на каждой обратной стороне сколько еще есть. Когда эти... Они вместе запечатаны такой мощный целлофан. А это второй слой запечатанный. Потихонечку снимите, чтобы не повредить. И там откроете все, увидите себя, фотографии. Если кто будет спрашивать, сколько стоит, ответьте. 16600. Вот это все, да? Да. 16600. Так, это дарим. Во славу Божию. Тут только сесть смотреть будешь. Вот давай ножик одну хотя бы сам скрой какую-то отдельно. Так, а посмотри. Удивительное дело Господь сделал, что привез Игорь сегодня ночью. И Лена тут. Эдя, у меня уже ставить некуда. Вон, все за заставкой. Это-то маловато. Какую? Ну, любую возьми, раскрой. Чуть-чуть маленько разрежь, чтобы только не задеть это. Так, сейчас. Чтобы кверху у тебя лезвие было. Ну просто порвать это. Вот все, а теперь отрывай. Вот как делается. А вот теперь открывай, потом остальные вскроешь. Первое, открываешь. У каждой разное. И дальше начинаются вопросы, ответы, фотографии. Это которые были взяты... Не цветные. Дай-ка еще одну. Распечатай. Вы тут все это увидите тогда. Ну да. Вот некоторых фотографий-то там не было. Ну, в тех книгах. Нет. Это тут очень вот много. Эти были. Да. Тут сколько работали над этим. Да. Сперва будем смотреть фотографии. Да. Ну, какой есть еще? Как и все, да? Смотри. Вот где вот это вот есть, это 16 страниц фотографий. 16. О, я рукой разорвал. Вот посмотри. Это только смотрим внешне, везде закладки. Вот она, закладка. Открой-ка на нее.
где она заворачивается? Постойка. Вот она, сзади, красненькая. Во. Вот она закладка. Это проповеди идут. За эти годы сколько добавлено тут. Вот, пожалуйста. Это вот баба была, вот, которую похоронили здесь. Константин, вы тут всех найдете, и своих, и прислуживают. О, да. Сколько надписей. Везде разное. Вот она такая, значит, такое есть. И с обратной стороны. И с обратной стороны это не просто так. А вот, допустим, ты откроешь, когда положи там. Что с обратной стороны? Прочитай, что написано. Ну вот крупными. Да вот это, вот это, вот это. Вот это миссионерская практика, да? Игнатий? Нет, вот отсюда, вот отсюда. Да. Московский патриархат. Студенческий журнал «Покров» Барнаульской духовной семинарии, номер там. Вот такой-то, откуда взято? Mm. Ну, чтобы лучше было видно, мы можем оторвать. Сейчас. Ну-ка, маленько щикни только. Вот так. А теперь смотри. Считай, сейчас дальше вот это снимем. Что там написано? Что-то вот это. Давай. Это взято все не то, что там сказал сам. Вот, теперь видишь как? Ага. Каждый под цвет. Теперь что сказано там? Так, ну вот это то же самое. Ну это самое. Так, дальше. Ну вот это миссионерская практика Игнатия Тихоновича Лапкина вызывает разную реакцию. Однако можно уверенно утверждать, что благодаря его миссионерским и апологетическим трудам в православной вере, к православной вере пришли тысячи людей. Доктор богословия, кандидат юридических наук, профессор кафедры истории церкви Черновицкого православного и богословского института, настоятель храма святого Луки, города Норильска, священник Павел Бочков. То есть не сам, это перепечатано в журнале. Вот, а теперь... А ну-ка положи тут отзывы. Конечно. Какие. А это кто тут отзывается, вот это? Ну, тут кто пишет. Ты? Наверное, вот, игумен Кирилл Сахаров. Да. И дальше еще... член Совета писателей России. Вот как. И что он пишет? Ну-ка, прочитай. Да, Лапкин уже много лет находится в центре... религиозной жизни Барнаула, его личность и взгляды вызывают очень противоречивые оценки. Игнатий совершенно выпадает из всех определений, не вписывается ни в какие рамки и не соответствует никаким ограничениям. То есть это людей распределяет, а тут ни в какие рамки не впишешь, но... Это явление не подтверждено никакой классификацией, целый материк, феномен. Вундеркинд, энциклопедические знания, для него идеал первого христианства. Но в то же время он строго выступает за охранение канонических норм церковной жизни, за благоговейное поведение на службе. Угу. Все, что я говорю вам, как видите, довольно остро. Ага. Но я просто хочу воспроизвести вам образ человека, который влияет на миллионы людей, известен в масштабе России. Тысячи кассет, публикаций, кинофильмы про него показываются. Вот, и дальше... Это явление нельзя игнорировать. Одно из самых моих сильных впечатлений в жизни. Жизнь в Потеряевке и общение с Игнатием. Исключительно... Ну, дай-ка. Ну-ну-ну, считай. Одаренная, богатая духовная личность. Постоянно открываются новые и новые грани. Ежедневно общаешься с 5 утра до 5 вечера. И каждый день неповторим. Десятки новых примеров, никаких повторов, никакой... скучности, новые краски и грани. О, игумен Кирилл Сахаров. Член Союза писателей, не просто Кирилл. Дальше. А вот здесь посмотри. Последнее, допустим. Тут везде выписки из Библии. Что там в конце написано? Ну, это подобно тому, как древнему Израилю посылает Господь. А? Судей и пророков, так и в церкви свои, в моменты чрезвычайные, он обычно посылает людей исключительной благодатной одаренности, как бы пророков, сильных духом и верою. Не имея официального назначения, эти люди самым делом выдвигаются из общей массы и становятся предводителями других. Но это
предводительство, не имеет официального характера, не является установленной в церкви должностью и не всегда держится в служебных рамках. Но это то же самое Андрей Ткачев говорит, что иногда где-то там снизу встанет кто-то и начнет, а верхи все спят. Так, а кто это говорит? Как и всякое пророчество, оно есть. Личный подвиг таких людей – дело их личной, внутренней, духовной предприимчивости и ревности о Боге и Церкви Божией. Это митрополит Сергий Строгородский. Вот так. И главное это что? Неоспоримо это показывает. А вот прочитай, что тут написано. Тут фотографии столько же. Здесь-то ты прочитаешь. Вверху. Вот это. В народе, живущем далеко на севере, появится маленький человек, который станет учить людей любви и сочувствию, но вокруг него будет много лицемеров, поэтому ему будет очень трудно. Никто из тех лицемеров и знать не захочет, что такое истинная благодать, но от того человека останутся мудрые книги и все сказанные им слова, и позднее люди увидят, что обманывали себя. Позднее люди увидят, позднее обманывали себя. И это сказано было за 100 лет до моего рождения почти. И вот он сидит. Вот это он, да? Да, он. Вот, читай. Ну вот, Тарабич. Да, Тарабич. Да, не Тарабич. Когда он умер? 1899. Ну вот. Ну, на полвека почти. И все мне пишут, это он сказал про вас. Не знаю. Но все сходится. Ну, и потом буду смотреть, вот видишь, какие люди, кто сказал это, поколоди. И все абсолютно документировано. Ну, тут увидишь, здесь 6-я, 7-я. Вот так. Придется еще полки делать. Значит, такое теперь дальше. Принимаете, храните, считайте, но не разделяйте. 7 они должны быть. Если кто спросит, как приобрести, 16 600. Без пересылки. Пересылка это отдельно. Вам это подарок. Ну, спаси Христос. Аллилуйя. Так, второе теперь. Под горячую руку. Вот сейчас неделя будет, которая четверг, пятница, суббота, показано солнце без дождя. Мы подумали. У нас нынче Надежду-то отправил. Теперь, вот если в эти 4 дня, 3 дня, которые вот на неделе будет, четверг, пятница, суббота. Если бы ты отвез Володю туда, мы бы набили газель полную и вернулись с ним же. А потом уже мы думаем 9 или 10 уезжать. 10 показано опять чистое небо. А потом бы тогда остатки мы вывезли. У нас да, много. Лучше 2 раза я на газель, может это ненадежная моя машина. Все, договорились. Значит, на эту неделю скажи, какой день лучше нам подготовиться? Четверг, пятница, суббота? Ну, без разницы, наверное. Просто мы пасем через день. Ну так вот выгода. И когда лучше? Когда 3 дня. Так, ну если мы воскресенье, в понедельник пасем, потом в среду. Среда, потом пятница. Значит, четверг свободен, да, более. Четверг свободен, все. Четверг мы, значит, во сколько приезжаем? А как вам удобно, вот мне все равно. Ну ладно, погрузиться, ладно. Чем раньше, вот можно грузиться в темноте, может быть, нет? Хорошо, пожалуйста. И приведете туда. И Володя обратно вернется. Ну и захватите немножко что-то. Я сказал там. Немножко из книг. Получили. С большим трудом. Чтобы хранить меня, купил контейнер. 12 метров длина его только. За подвоз и за все 200 тысяч пришлось отдать. Вот эта вот доставка у нас обычно тоже почти 200 тысяч, чтобы привезти. Это все в стоимость должно войти. Ну, милостью Божию, вот видите, как получили. И что интересно, Тверь, это Тверь издавала за Москвой, там, где сильно очень хороший комбинат. И буквально следующий день вот эти дроны на нее там взорвали, там пожар, говорит, такой. Нас могли не выпустить. Но Господь так сделал. Милостью Божию. Так, конечно, у меня уже больше 10 подарков желательно. А нам надо сейчас вернуть, готовим ответы во свете Святой Библии. Мои ответы, которые были, их отдельно где-то на 10 томов растягиваются. Ну и так уже тут они были, уменьшали поля, чтобы вот, чтобы больше-то вошло. Это для этого надо поля совсем маленькие сделать. Какой шрифт надо, чтобы покрупнее был. Вот видишь как. Знаешь, кто это?
Да, знакомый. Во Франции получили. А это я о лошади пишу стихотворение, она мне подсказывает. Вот тут вы увидите себя не единожды. Да. Ну это какое? Вот это-то все-то художественное надо было придумать как. Закругленное, вот это вот называется округление, ровная она и закладочки. Договорились. На четверг. Никак не забыть только. Значит, на заправку 3000 хватает? В один или в два? Ну, три. Это что? Три. Так. Мне надо знать, что... 1000 на 20 литров где-то. Ну да, хватает. Ну все, три. И в следующий раз скажем по 3000. Я с тобой нет денег сейчас? Нету. Нет. Ну, возьму там накануне пораньше, там колеса подкачаю, все. Да, пожалуйста, пожалуйста. И во сколько там рано, мы будем уже готовы. Только погрузиться. А. Пока берем, тут что у нас, варенье, все такое вот. Рыба у нас, и все это вычистить. А главное-то у нас, это на саманном там морковка. Нынче не было такой раньше морковки. А у нас только людей там, мы уж дадим, не продаем. По милости Божией. И свекла нынче у нас есть, и картошка, и надо вывезти все. А там есть такие, у которых ничего нету. То есть мы готовы. И туда-сюда вернетесь, а уже дальше, ну, четверг, на следующий, на той неделе, 10-го. Ну, благословляйте нас. С Богом, спаси Христос. Чтобы между нами враг хвостом не махал. Он нам дал любовь. Я вот сегодня первый раз таких увидел, как они. Вот она, видишь, как начинается. Это как это флаг. Красное, синее, белое. Но так как между ними еще встречается, это показано как другое. Тут сколько разговора было, сколько хотели, как. И вот везде сколько называется вклейки. Тут работа была, они не вылазили от меня. Только здесь, не считая, что работали в разных городах. И в конце там показывали, кто нам помогал. Где-то 60 или 72? 72 человека. Которые в видео, там найдете, может, себя даже последнее. И мало того, еще и девичья фамилия там указана. А работа на совесть была и желанием. Ну вот все, мы пошли. Коротко поблагодарим Бога. Господи Боже мой, слава Тебе. Брат, помолись, поблагодари Бога. Господи Боже наш, благодарим Тебя, что за эту возможность, за это собираться, общаться, за это мирное время, которое Ты посылаешь, за эти труды, которые Ты сподвиг людей. Все это помочь и сделать. Слава Тебе, Господи Боже, слава Тебе. Аминь. 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 У вас же четырехтомник-то есть проповедь в стихах? Да. Есть. Все. Да. Все, все, я знаю. У нас столько уже. Лишнее не бывает. Что-то бывает, а книги никогда лишними не были. Да. Вот сейчас я только уже сразу три комплекта вот таких. Специальный человек, три библиотеки. Главная библиотека страны была Ленина. Сейчас называется Центральная библиотека Российской Федерации. Одна историческая и какая-то она там еще есть, депутатская или какая-то, три. Парламентская. Парламентская. Это три только в библиотеке. Ну, они выдают там справку бесплатно. И кто разносит, ну, ему надо подарить. Вот уже сразу четыре вылетело. А всего 1000 экземпляров. В Барнаул я сейчас приезжаю, когда сразу звоню, краевая библиотека сразу присылает людей. Ну, все понимают, таких книг нету. Проповеди. А вот теперь открой, смотри, как начинает открываться, какой вид у нее. Что ты хотел посмотреть? А я посмотрю потом. А посмотри, сколько страниц, открой. Ну, много страниц. Как словарь Ожегова, ничего себе. 1311. Сколько работы тут ушло. Ну тут отзывы какие видишь, это не то, что я бы сказал себе, пусть тебя хвалят, говорит, из их чужих, я и беру другие, которые. А уже другой там, митрополит сказал, но оно все сходится, люди понимают. Вот священство выпадает, никакой должности не имеет будет человек. Благодаря своей ревности будет руководить, что руководить? Ну вот оно уже, она им руководить будет. Другой раз сунулся бы, а нет, уже сказано нельзя. И везде Слово Божие, здесь звучит и там, на корочках. А вот так переведи, на корешке стоит. Что написано? О, тоже.
Проповеди во свете Святой Библии. О. Куда ее теперь? Даже гости придут, только чтобы когда листать будет, пальцы не мусолили. Да. Пусть берегут. Бумага самая дорогая. Вот только чтобы начать печатать, сразу пришлось заплатить 3 800 000. И которая сейчас готовится, там, может быть, 10 миллионов потребуется опять. Это, ну кто это будет делать? А с чем поедешь-то? А тут все готово. И посмотри, как они выглядят, как вообще. Господь так сделал. Поэтому я своим ничего тут признать не могу. Это Бог делает. Вот когда вопрос задают, ответы давать, как? Вот я за кафедрой, в университете. А записки идут. Я сразу отвечаю, в какой книге, Библии, какая глава, какой стих. Дальше. Что говорят святые отцы? А это 300 томов. Я ссылаюсь, Исаак Сирин сказал так-то. Дальше. Что сказали жития святых? 1173 биографии. И четвертый параметр. Что говорят святые каноны? Это 719 правил. И пятое, последнее. Что говорят 300 поэтов мира за 200 лет? Это 20 тысяч файлов. Ну, это ясное дело, что в разбежку. Вот так. Это Господь сделал. И вот это все подбирали, рассуждали, меняли, чтобы более зримо было как. Ну, вот то, что есть. Мы пошли с Богом. Все с Богом. Да. Богом. Так, я брашку там положил.